При фронтовом городе счастья сегодня также прозвучал первый звонок. Для школьников и родителей этот день важен, потому что в прошлом году в счастье в связи с боевыми действиями первый звонок так и не прозвенел. Как встречали праздник знаний школьники на линии фронта, дальше в сюжете. Сегодня в Счастинской школе номер один впервые за 2 года боевых действий прозвенел первый звонок. В начале праздника вся школа аплодисментами встречает главных виновников торжества – 19 первоклашек. Школьников с праздником поздравил заместитель руководителя Луганской области Юрий Клименко. Дорогие ребята, поздравляю вас с этим прекрасным праздником, Днем знаний. Все наверняка уже соскучились за запахом учебников, за своими друзьями, одноклассниками, за школой. Ребята, я желаю вам черпать этот неисчерпаемый источник знаний, потому что это самое интересное и самое важное, что есть в вашей жизни. Катерина Ивановская сегодня впервые привела в школу своего сына. Именно такие приятные хлопоты, говорит она, отвлекают от постоянных обстрелов, которые, к счастью, сейчас притихли. Хорошо, что у нас есть наши детки, которые заполняют, возможно, эти дни, эту пустоту, вот этими своими приятными хлопотами, подготовкой к школе, кого-то, может, выпускными и так далее. Вот это и помогает. Для 11-классницы Юли это значит многое. Она тяжело вспоминает прошлый год, когда в связи с обстановкой не могла нормально учиться. На линии огня, как говорится. Очень тяжело жить, когда бомбят, школу закрывали весь год, не учились, переживания, нервы, бессонные ночи. В конце линейки первоклассники выпустили в небо воздушные шары, а на школьном дворе раздался долгожданный первый звонок. После праздничной линейки все ученики отправились на уроки наверстывать то, чего лишили их боевики в прошлом учебном году. Юлия Чабанова, Алексей Хомутов, Пудии.